Всем привет! С вами Олеся Селезнева, команда Number One. В этом видео я хотела бы с вами поговорить о возможностях бизнеса с компанией Армель. Очень много в последнее время я слышу таких, скажем, негативных отзывов, да, что невозможно строить бизнес, потому что нету папок. Извечная, да, ситуация. Но, друзья, вы никогда не задумывались, что ты, тот, кто не видит возможности строить бизнес, и я, находимся в одинаковых равных условиях. Для меня также нет папок, да, в общем доступе. Для меня также те же условия, которые и для тебя. Но у меня есть результат. Почему? Все в нашей голове, в нашем видении, в нашей убежденности. Вот у меня есть та убежденность, что я в нужном месте, у меня есть отличный инструмент, и я вижу в нем перспективы. И я это делаю, и нахожу возможности найти папку, выписать, да, надо чуть-чуть подождать. Но смотрите, если взять традиционную сферу жизни, да, ну, у нас вот, например, в Оренбурге есть такая организация, куда все хотят попасть, работать по найму, престижно, стабильно. Допустим, «Газпром», да? И люди, бывает, ждут годами места, чтобы его занять, начать расти по карьерной лестнице. При этом они должны очень много работать, получать сначала самый мизер, и потом, может быть, да, их оставят, и они пойдут по карьерной лестнице. Друзья, сейчас Армель – это такая же престижная организация, куда хотят попасть многие. И сейчас вход открыт не всем, а только тем, кто способен что-то делать, у кого есть видение и кто готов подождать, но прийти за результатом. Поэтому, опять же, все сводится к тому, что все в нашей голове, в нашей убежденности, да? Я уверена, что те, кто сейчас не остановится, те, кто начнет действовать и придет, либо уже пришел, либо придет в 2017 году, это будущие миллионеры, они приходят на рынок бизнеса. Да, пройдет лет 5, будет все в большом доступе, не будет ажиотажа, но это будет по большей степени потребление продукции, и вы будете приходить на тот рынок, который уже поделен. Поэтому у вас всегда есть выбор, только вы решаете, куда вам, в какое место прийти. Но помните этот пример с организацией, в которую хотят попасть, и люди ждут, вкладывают свое время долгое, да? Здесь сейчас есть все, есть перспектива роста, причем перспектива роста и вообще смены образа жизни, да, у нас высвобождается время для путешествий, мы совмещаем приятное с полезным, у нас появляется больше времени, чтобы уделить семье, у нас появляются те деньги, которые нам нужны, да, чтобы все это осуществовать. Поэтому не торопись негативить, всегда позвони спонсору и скажи, все достало, то-то, 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 и всегда человек поможет найти тебе выход из сложившейся ситуации. С вами была Олеся Селезнева. Я жду всех в свою команду для того, чтобы передать свои знания, опыт и получить такой же результат, который у меня есть за короткий промежуток времени с компанией Армель. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.